последствия снегопада ликвидируют свыше 3000 единиц техники в Подмосковье. За день было очищено порядка 30 тысяч километров муниципальных и региональных дорог, отметила заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Котова. По словам чиновника, сначала специалисты очищают от снега высокоинтенсивные участки дорог, маршруты общественного транспорта. Жители просят с пониманием отнестись к работе дорожных служб и быть аккуратными. По прогнозам синоптиков, к концу этой недели в области ожидается потепление до плюс 1 градуса.